И снова здравствуйте, всем привет! Сегодня приготовим кашу тыквенную с рисом. Вкусно будет. Давайте приступим. Смотрите, у меня здесь тыква. Тыкву нарезаем любым кусочком, каким нравится, без разницы. Здесь у меня тыква 250 грамм. Берем обычную воду питьевую. Заливаем водой. Вот так вот, чтобы закрыла тыкву нашу. Все, ставим вариться. Так, тыкву поставили варить. Теперь, смотрите, у меня вот здесь совдеповский стакан. Я к нему так привыкла. Пол стакана. На то количество тыквы нам нужно пол стакана. Давайте в граммах взвесим. Сколько это будет? 90. 90. Достаточно. 90 грамм риса. Так, рис тоже заливаем водой. Оставляем его пока постоять, пока наша тыква сварится. Отставляем в сторонку. Дальше берем 50 грамм изюма. Если не хотите, делайте без изюма. Я люблю с изюмом. И он у меня есть. Чего не сделать. 50 грамм изюма. Заливаем горячей водой. Тоже оставляем в сторонку. Так. Теперь берем 500, я все в граммах буду писать вам, 500 грамм молока, ставим его закипеть. Нам нужно, чтобы оно было кипяченое, горячее. Ну все, наша тыква сварилась, вот ножичком проверяем, мягкая, все, готово. Наливаем сюда наше молоко, закипевшее. Наливаем молочко. Вливаем пока половинку, ну, чуть больше половинки, и ставим на огонь. Все, поставили на огонь, ждем, пока закипит. Бросаем щепотку соли, сахар добавляем по вкусу. Ну, я пока положу 2 ложечки столовые. И добавим еще немножечко, буквально щепоточку, такую хорошую щепотку ванильного сахара. Так, ждем, когда закипит. Сейчас промою рис. Наш замоченный. Промываем рис. Так, молоко закипело. Теперь высыпаем сюда наш рис промытый. Насчет риса. Я ложу круглый. Вы ложите, какой у вас есть. Вообще советую попробовать и с круглым приготовить, и с длинным. И решить, какой вам больше нравится. Ну, мне кажется, что вот в такой каше круглый рис больше подходит. Ну, это на мой взгляд. Все, включаем маленький огонь, делаем, прикручиваем, приверчиваем. И варим на маленьком огне до готовности риса. И встретимся. Так, периодически подмешиваем. У нас там рис не прилип. Все, варим на маленьком огне. Я немножко крышкой прикрою. Варим. Не забываем периодически помешивать. Варим на самом маленьком огне. Так, рис у нас уже почти готовый. Сейчас я его попробую на готовность. Еще буквально пару минут, и все, я прикрою крышечкой немножко. Так, бросаем, в самом конце бросаем изюм, промытый, хорошо промытый. Перемешиваем.
Дадим прокипеть изюму буквально там полминутки. И все. Все, наш рис готов, изюм готов. Бросаем хороший такой кусочек масла. Берем картофель и мялку и раздавливаем нашу тыкву. Это все просто, легко. Тыква у нас мягенькая. Блендером не советую. Блендер перебьет. Будет как крем. Это будет не каша, а крем. Но если вы такое любите, можете попробовать. Для эксперимента. Кто любит кусочки тыквы, можно не полностью протирать тыкву. Я люблю, когда ее здесь нет. Ну, не видно. Все, наша каша готова. Пробуем на сахар. Выкладываем на тарелочку и будем пробовать. У меня уже слюнки текут. Это очень вкусно. Можно еще сверху кусочек масла положить. Ну, я думаю, достаточно. Так, ну что, пробуем. Горячее, как всегда, пробуем. Очень вкусно. Я обожаю такую кашку. Вот такая кашка у нас сегодня. Приготовьте, если понравилось. Если любите такое. Напишите комментарий, получилось, не получилось, понравилось, не понравилось. Ставьте пальчики вверх или вниз. Заходите в гости, подписывайтесь. Всем рада. Всем пока.